Величественное здание со стенами, как бы сужающимися кверху. Купол напоминает шлем рыцаря. Храм-часовня в честь святого благоверного князя Михаила Тверского находится в микрорайоне Чапаевский. Ее воздвигли в память Михаила Романова. По одной из главных версий, где-то здесь находится предполагаемое место расстрела великого князя и его секретаря, убитых в 1918 году. Именно в районе реки Язовой, на правом берегу Язовой, и была построена часовня. В 1996 году на горе напротив остановки автопредприятия пермский скульптор Рудольф Единеев установил первый памятный крест. Затем история продолжилась. Было выделено место для построения часовни. Авторы проекта, архитекторы Тарасов, Кукин и Кирпичева, работали по заказу пермской епархии. Архитектор Тарасов был заведующим кафедры архитектуры и в то же время директором Уральского отделения Академии живописи, ваяния и зодчества пермской. И к нему подошел священник Артемий Веденеев, это сын скульптора Рудольфа Веденеева, и сообщил, что вот показал, что у него есть письмо, которое уже по нему получили положительный ответ из администрации города Перми, а просьбы выделить место для построения часовни. Проект пермских архитекторов красивый и очень необычный. Храм представляет собой восьмигранную призму. 9 метров в диаметре, высота до креста 20 метров. Венчает храм шлемовидный купол. Каждая его грань напоминает кокошник, а вместе они соединяются, как будто бы в царский венец. Это как бы получился художественный образ, рассказывающий о наследнике престола. Ну, таким образом, вот и впоследствии передали ведение постройки Свято-Троицевого Стефанову монастырю, сейчас это скиф при этом монастыре, и постройка длилась с 1998 по 2006 год. Внутри часовни небольшая, главная икона – святого новомученика Михаила. Неподалеку с храмом дом, здесь планируется открыть музей новомучеников. Храм находится на возвышенности, на границе двух районов – Мотовилихинского и Орджоникидзевского. Добираться надо по улице Ленгасова, ориентир – надпись «Орджоникидзевский район». За ней нужно подняться вверх.